лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи» и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Александр Теплов, гусельный мастер, педагог, собиратель народного фольклора. Саша, вот сразу вопрос тебе простой и, ну, может быть, а для тебя он как раз он... И непростой. Как появились в твоей жизни гусли? И что они для тебя значат? Я, конечно, никогда не думал, что я буду заниматься гуслями, и что гусли станут в моей судьбе таким вот ключевым делом жизни. И, конечно, в основе всего лежит то глубокое потрясение, которое я пережил при встрече с этим инструментом. Это было в Новгороде, и я впервые услышал археологические гусли, возраст которых был 10-8 веков. И замечательный мастер новгородский Владимир Иванович Поветкин дал этим инструментам голос. И в это же время в экспедициях Ленинградской консерватории, в фольклорных экспедициях, я впервые услышал гусли на Псковщине. И мы целенаправленно стали собирать, интересоваться гуслями. И с чердаков нам приносили старые обломки, которые надо было привести в порядок, но чаще всего просто по этим размерам сделать новый инструмент, чтобы приехать к женщинам пожилым, и чтобы они показали, как в старину на них играли, как их настраивали, как что пели, что плясали. Вот. И, конечно, это одна из таких славных страниц русской культуры и величайшее открытие конца XX века, потому что считалось, что гусли уже безвозвратно утрачены, игра на них. Остались одни только концертные звончатые гусли, которые бытовали на сцене. Вот. А оказывается, с гуслями связана вся вообще история нашего государства, нашего Отечества. И первое упоминание русских в греческих летописях связано с подобным инструментом. Это корневая культура российская. И сейчас, во время, когда, в общем-то, может быть, мы заново обретаем нашу идентификацию, ощущаем необходимость в связи нашей с древними корнями. И в этом смысле гусли – это та золотая цепочка, то золотое звено, которое позволяет нам преодолеть пространство, преодолеть время и ощутить себя не пылинкой,
вот, в поле, а человеком, живущим на своей земле, несущий ответственность за культуру, не только внешнюю, но и внутреннюю. И тем более, что гусли не просто черепки, которые археологи находят там в раскопках, а это инструменты, которые говорят, несут нам то мироощущение людей, которые жили на нашей земле, думали о вечном, несли через произведения фольклора вот те истины, которые передавались из поколения в поколение. Саша, а вот в твоих руках гусли, расскажи немного о них. Ну, вообще принцип... Это традиционные псковские крыловидные гусли. На них немного струн. На этих гуслях 10 струн. Вот. У этого инструмента есть вот крыло, такая часть продолжения инструмента с заколками. Как правило, она плоская или, может быть, полая. Это особенность русских гуслей, потому что стремились, чтобы звук был ноский, полетный, чтобы его слышно было далеко. Вот. Крыло – это, наверное, еще для того, чтобы, как говорят, гусли мысли, чтобы у мысли был полет, было крыло. А куда лететь мысли? К сердцу человеческому и, конечно, к Богу. И, конечно, когда я первый раз услышал гусли, что-то в сердце моем сказало: вот так ангелы славят Бога у престола. Вот. И вот, этот вот, вот эта радость звучания, вот эту какую-то такую гармонию бытия, мне каждый раз, когда я начинаю делать гусли, хочется воплотить. У меня это не получается, конечно, но каждый раз, когда берешь новый материал, новую конструкцию, вот, а я уже 30 лет занимаюсь изготовлением, больше 30 лет изготовлением этих инструментов, и... Но вот испытываю большую радость и трепет каждый раз, когда рождается звук. Ты исполнишь нам еще что-нибудь? Конечно. Я как раз хочу исполнить фрагмент былины о князе Владимире и подыграть себе на гуслях самые, наверное, древние русские гусли, гусли Славиша. Вот это копия такого инструмента, какой был найден в Троицком раскопе Великого Новгорода в слоях XI века. На них бронзовые струны, они звучат совершенно по-другому, чем вот эти вот псковские деревенские гусли. Вот. И фрагмент былины «Пир князя Владимира». А во славном его городе, во Кире, хаю ласково князя да у Владимира. Состоялось и у князя да пеперованица. Пирование состоялось из той столбовой доски. А еще все же тут, как гости, да прирасхвастались. Еще все же на честном и гости прибахвалились. А богатое расхвастался злой золотой казной. А добрынюшка расхвастался злой добрым своим конем. А безумненькое расхвастался мой молодой женой. А
как умненькой рос, хватался старой старой матушкой. Это в Остольном граде Киеве звучало, да? В Остольном граде Киеве. И, конечно, тема Киева сейчас очень всех волнует. И хочется... А эта былина записана на крайнем севере, в Архангельской области. И Киев, он в сердце каждого русского человека неотъемлемой частью. Как и в моих краях течет украинская кровь. И эти женщины никогда, конечно, Киева и не видели. И многие из них даже и поездов-то не видели и не ездили никуда. Но князь Владимир и стольный град Киев жил в их сердце, как жили славные русские богатыри, Илья Муромец, который охранял пределы князя Владимира. И, конечно, больно видеть, как брат поднимает руку на брата. И, конечно, переживаешь, и это отзывается болью в каждом сердце. И хочется как-то в поддержку и утешение наших братьев спеть песню, в которой тоже для себя находишь опору. Когда читаешь, например, сводку новостей и недоумеваешь от того, что Запад никак не может понять, что мы их душим санкциями, финансами, они тратят, лишаются миллионов долларов, вот, и все равно вот, не отступаются от своих принципов, борются за истинное единство, которое и было, и, к сожалению, утрачено вот у наших соотечественников. И как раз в словах эта историческая песня времен Петра I, в ней как раз говорится: «Нам ни дорого, ни злато, чисто серебро, дорога наша любовь да молодецкая, чисто злато наше серебро скоро минуется, дорога наша любовь и не позабудется». Эту песню тоже пели на Перу, на свадебном пиру, и получается некое такое продолжение темы пира князя Владимира. Вот я хочу спеть эту песню, потому что вот эти скрепы духовные, что есть нечто выше, выше денег, выше богатства, это та любовь, любовь к Богу и к брату, которую нам заповедовал Господь. Нам не дорого, то не злато, да чистое серебро, и дорого то наша любовь, да, ой, молодецкая, ой, чистое злато, да ваше серебро скоро доминуется. Ой, дорога то наша любовь, да не, ой, не забудется. Вообще, Господи. Ну, надо сказать, что хочется вот в эти дни пасхальные спеть еще одну песню. Традиционное деревенское пасхальное приветствие, которым женщины, как правило, обходили свои деревни и поля и пели в лесу, везде, где вот они оказывались за порогами дома. И это такая благочестивая традиция, очень древняя. И мы в экспедициях встречали женщин, которые до сих пор, даже если одна в деревне живет, но все равно вот все дни от Пасхи до Вознесения обходит свою деревню, обходит поля и призывает Божью благодать на землю.
Вот, она поется громко, зычно, и я не буду, конечно, так, не в поле, но попытаться показать, как это поется на улице. Был храмовый распев, а был вот такой вот уличный. «Да Христос воскресе, да воистину воскресе, наради Бог в поле хлеба, да нам много, ой, лето». Это в поле, немножко не знаю, в поле, в лесу, и, конечно, эхом отзывается природа и радуется вся тварь великому обновлению. Мне кажется, что мы приходим к такому выводу, что, только возвращаясь к нашим корням, к нашей культуре общей, да, и к религиозным истокам, да, также всем же известно, что Киевская Русь, да, оттуда пошло все. Если мы вернемся опять даже к своей культуре, это нас объединит. Ведь нас пытаются уничтожить именно тем, что корни культуры подрубают, чтобы мы забыли свое прошлое. И гусли – это как раз, как ты сказала, такая золотая ниточка, связующая звено. Вы знаете, вот случай такой был. Меня через интернет нашел один молодой парень, 19 лет, Герман, из Донецка, который мечтал сделать гусли. Замучил меня вопросами, толковые вопросы. Прихожу в 11 часов вечера, открываю почту, там список вопросов, как чего делать. Не отмахнуться, хотя уставший, все. Я вот с ним целый год мы общались. Он под руководством таким, на расстоянии сделал гусельки. Потом через год приехал в Питер, пожил здесь 2 недельки. Под моим присмотром мы вместе сделали гусельки, съездили в Новгород, сходили на раскопки. Откуда пошло, собственно, идут корни нашей культуры. Вот. И парень живет под Донецком, делает эти инструменты, поет и несет эту культуру, потребность вот в осознании своих корней, глубины своей культуры, вот той великой скрепи, о которой, духовной скрепи, культурной скрепи, которая должна, конечно, тянуться и продолжаться в поколениях этой могучей, величайшей культурной Атлантиды, которая уходит. И нам вот этого так не хватает, потому что порой, ну, справедливо к нам вот такое отношение, потому что мы теряем свое лицо, мы становимся просто потребителями, варварами колбасы, там еще чего-то. И если где-то в Прибалтике там к нам относятся как вот люди к людям, которые скупают только товары и там еще чего-то. Ну, это в советские времена особенно было. Но это было справедливо. И когда те же литовцы впервые услышали нашу древнюю свадьбу, услышали знаменный распев, они зауважали русских и сказали: надо же, у них, оказывается, что-то есть свое. А мы надеялись, что у них что-то свое должно быть. А потом они сказали: чем глубже мы изучаем свою литовскую культуру, тем больше мы понимаем, что мы народы-братья. И действительно, в культуре вот те корни, которые объединяют все человечество – это то, что истинно человеческое в человеке, и, как говорил Лев Николаевич Гумилев, что человек – это гомо сапиенс, адаптированный к ландшафту своей земли. Это тот человек, не универсальная химера мировая,
Хотя мы понимаем, что мы люди мира, но вместе с тем мы и люди своей земли, своих традиций и культуры, и мы должны себя открыть в этой культуре и через это полюбить все народы мира. Тем более и гусли, этот инструмент тоже он международный, он универсальный, он как бы дан Богом для того, чтобы люди, народы всей земли, они хранили память о горнем, память о сладости рая. И поэтому гусли, конечно, в моей жизни, они вот играют такую роль, и мне хочется, чтобы люди, которые прикасаются к инструменту, играют ли или слушают, чтобы они немножечко сердцем становились добрее, чище, светлее. Вот. И, конечно, в церкви мы на каждой вечерней службе слышим «Хвалите Бога в псалтире и гуслях». Да? И поэтому, а как в гуслях славить Бога? Как его в гуслях славить Бога? Где? Где? Ну а как? Ну вот хочется на этот вопрос ответить, и для этого нужно сначала инструменты сделать, вот, научиться на них играть. И раньше гусли были в каждом доме, и даже если не могли на них играть, просто вот часто мужики, бывало, придут из бани, положат инструмент на живот себе, лягут на печку и тихонечко перебирают струнки. Прочь хворобы, хво прочь уныние. И радость на сердце появлялась невольно от того, что... Повторяется история притча, да, о блудном сыне постоянно. Надо возвращаться к истокам, вот тому потерянному раю в душе, да, человек тоскует по нему. Человек тоскует. Как бы он ни упивался удовольствиями жизни сей, сердце тоскует, а... неизреченной радости и благодати. Я, Саша, хотел бы тоже поделиться с тобой песней. Я сейчас стал специально писать песни, миниатюры. Ну, они нужны для диалога. И, с одной стороны, универсальны они должны быть. Я иной раз не знаю, о чем будем даже разговаривать с человеком. Новые же люди постоянно. Вот я написал такую песню, она называется «Возвращался к Богу человек». Я думаю, она созвучная. Ну, это, конечно, это не народное, но индивидуальное творчество, но вот так, как есть. Возвращался к Богу человек в той стране отчаяния и зла. Солнце жгло, и падал черный снег, и душа бесчувственной была. Шел в пыли дорожной запеклись слезы по родному очагу. Ты держись, мой брат, такая жизнь, пробивайся через не могу. Возвращался к Богу человек. В русской культуре, батюшка, вот это доброе отеческое слово «ты держись, браток, держись», и человек готов
пробивайся, через «не могу». Все время надо идти, понуждать себя, да? Немного ведь человеку надо. Человек ищет любви, вот простого участия. Ну, вот это преодоление внутреннее очень важно. И ты правильно говорил, что каждый человек должен найти, вот, к чему у него душа лежит. Ведь у каждого есть Господь талант дал. Это надо почувствовать. Вот как ты, для тебя открылись гусли, и ты был в восторге. И постепенно твоя жизнь, она, ну, свелась к тому, что ты их изготавливаешь и даже преподаешь. Это немного открытий дают гусли. Ведь помните в «Рождественском торпоре» звездой у Чахуся, да? И тот человек, которым делом трудится и служит, Господь этим делом человека и научает, и открывает свою славу. И важно, чтобы каждый человек на своем месте обрел вот эту радость и единение с Богом. Гусли возвращаются. Батюшка, вот это ведь гусли, смотрите, это модель мира и жизни. Смотрите, как все струны имеют единое начало, так и все люди, и все народы имеют единое начало в Боге. И как каждая струна поет свою песнь бытия на своей высоте, на своей длине, на своей толщине. Только через гармонию общего можно познать, фальшива ли струна. И через одна струна может испортить гармонию вечного. И нету главной струны, но все важны. Это действительно некая заповедь человечеству учиться жить в любви, согласии друг с другом. Вот это очень важно. Царь Давид, можно сказать, играл на гуслях. Псалтирь – это же гусли, да? Или так можно расценивать? Да. Десятиструнная псалтирь. Да. И Господь ему открывал откровения, да, и он через гусли, он пел. Все, что мы сейчас в храмах воспроизводим, это стихи, это поэзия, божественная поэзия. Божественная поэзия. Дорогие братья и сестры, наша передача заканчивается. С нами был Александр Теплов, гусельный мастер, педагог, собиратель народного фольклора, просто Божий человек, Александр. Божьего вам благословения, Божьей помощи во всем, ангел-хранителя. До скорых встреч. Всего доброго.